Всем привет! Это обзор первого дня онлайн-фестиваля Geek Picnic, прошедшего с 6 по 8 августа 2020 года. Geek Picnic – это крупнейший научно-популярный фестиваль, посвященный современным технологиям, науке и творчеству. В этом году фестиваль впервые проходил в онлайн-формате. За 3 дня Geek Picnic можно было побывать на экскурсиях в пещере Blackout, поучаствовать в 10 воркшопах, познакомиться со 122 спикерами, представителями различных организаций, послушать лекции, поучаствовать в мастер-классах на 8 сценах и квизах. Можно было пообщаться с создателями новых игр различных вселенных, пройти квесты в Geek Pavilion, посетить онлайн-музей космонавтики и побывать на научно-антарктической базе и многое другое. Для тех, кто пропустил Geek Picnic онлайн, хочу поделиться лекциями и онлайн-экскурсиями. Хочу отметить, что многие веб-трансляции, показы и демонстрации проходили в низком разрешении. При наличии 4К-монитора у посетителей онлайн-площадки могло сложиться плохое впечатление о технической подготовке проекта. При подключении к некоторым трансляциям предоставляемые видеоматериалы были настолько плохими по качеству, что на некоторых картинках невозможно было прочитать даже, что там написано. Государств-членов: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Болгария, Вьетнам, Грузия, Казахстан, КНДР, Куба, Молдавия, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Узбекистан, Украина, Чехия. Объединенный институт ядерных исследований сегодня – это 7 лабораторий, каждая из которых по своему размеру и масштабу исследований сопоставима с отдельным научно-исследовательским институтом. Лаборатория физики высоких энергий имени Владимира Иосифовича Векслера и Александра Михайловича Балдина. Лаборатория ядерных проблем имени Венедикта Петровича Джелепова. Лаборатория теоретической физики имени Николая Николаевича Боголюбова. Лаборатория нейтронной физики имени Ильи Михайловича Франка. Лаборатория ядерных реакций имени Георгия Николаевича Флёрова. Лаборатория информационных технологий. Лаборатория радиационной биологии. Объединенный институт ядерных исследований сегодня – это 4800 штатных сотрудников, 1000 докторов и кандидатов наук, 1200 научных сотрудников, 2000 инженеров и техников, 700 сотрудничающих университетов, образовательно-исследовательских центров в 64 странах. 1500 научных публикаций ежегодно. Более 60 международных конференций и совещаний ежегодно. Объединенный институт ядерных исследований сегодня –
Это уникальный набор базовых установок. Единственный в мире импульсный реактор на быстрых нейтронах. Фабрика сверхтяжелых элементов и комплекс радиоактивных пучков DRIPS. Проект класса Mega Science. Комплекс МИКа на базе сверхпроводящего коллайдера тяжелых ионов и поляризованных частиц. Когда наука достигает какой-либо вершины, с нее открывается обширная перспектива дальнейшего пути к новым вершинам. Открываются новые дороги, по которым наука пойдет дальше. Сергей Иванович Вавилов. На многих трансляциях и лекциях вот такое и меньшее количество посетителей. Шару, и это одно из высоких ее назначений. Нет такой человеческой деятельности, где согласие между людьми было бы настолько очевидно. Фредерик Жолио-Кюри. Вскоре после окончания Второй мировой войны в 1947 году по инициативе группы ученых во главе с академиком Курчатовым началось строительство крупнейшего в то время ускорителя синхроциклотрона, который был успешно запущен уже в 1949 году. Место для строительства было выбрано неспроста. Деревня Новоиваньково находилась в 120 километрах от Москвы, на границе Тверской и Московской областей, на берегу реки Волга. Только широкое международное сотрудничество могло обеспечить поступательное развитие науки. И к середине 50-х годов страны, принадлежавшие в то время к социалистическому содружеству, приняли решение создать Объединенный институт ядерных исследований на базе Института ядерных проблем в Дубне. 26 марта 1956 года в Москве представители правительств 11 стран подписали соглашение о создании Объединенного института ядерных исследований. Активное международное сотрудничество позволило институту поддерживать научную работу практически со всеми мировыми научно-исследовательскими центрами. Welcome to the first Tech Challenge game for the 2019-2020 First Rise season, Skystone, presented by Qualcomm. A team consists of up to two driver operators, a coach, a human player, and a robot. The robot must be built from materials specified in the game manual and fit within an 18-inch sizing tool, but may expand after the match begins. Each match is played with four randomly selected teams, two per alliance. Each alliance is allowed only one human player. Your opponents for one match may be your partners for another. The game is played on a 12-foot square playing field with a foam-tiled floor and 1-foot-high walls. Eight unique navigation targets are mounted on the field walls. Separating the landing zone from the building zone is the Sky Bridge, made up of two alliance-specific bridges with 14 inches of clearance and a neutral bridge 20 inches high. Red and blue depots are taped off in the loading zone corners. Red and blue building sites are taped off in the building zone corners. Outside of the field walls are the alliance stations and human player stations. The main game element is a stone,
4 by 8 and 5 inches tall. There are 56 stones in the game. Как я упоминал ранее, качество и разрешение видеопотока во многих веб-трансляциях и лекциях очень низкое.